В этом году в Кустанае проходит обширная кампания по ремонту дорог. По плану обновить дорожное покрытие на 38 улицах. Там проводится средний ремонт. Пока что работы полностью завершились только на 34 улицах города. В списке тех, где ремонт еще идет, улица Лермонтова, Тобольская, Рыстамбекова и улица Баймагамбетова. Последняя является одной из крупных артерий города. Ее протяженность составляет 2 километра 700 метров. К ее ремонту приступили в начале июля. Дожди, да, повлияли на ход строительства, заливало дорогу, из-за этого строители, дорожники не могли приступить к выполнению там следующих работ по установке бордюра, по работе с основанием, по укладке асфальта. Были моменты, ориентировочно недели две мы потеряли из-за дождей, ну идем согласно графику. Здесь планировалось разделить работы в три этапа. На этой улице должны были появиться новые бордюры, провести рециклирование основания дороги и положить два слоя асфальта – нижний и верхний. На сегодня объект готов на 70%. Однако помимо обильных дождей наблюдается и понижение температуры, что тоже может сказаться на продолжительности ремонта. Согласно стандартам, весеннее время года асфальт укладывается при плюс 10 градусов от. А в осеннее время до плюс 5 – это ограничение. Ну, есть присадки дополнительные. Если, например, бывает, что не успевают, добавляют присадки в асфальтобетонную смесь. Ну, позволяет до нуля ложить. Но это ограничение. В минус ложить нельзя. Срок у строителей по договору до 1 октября, но Чингис Умаров отметил, что они закончат немного раньше. И пока все работы идут согласно графику. Мы решили узнать, что думают кустанайские водители по поводу грандиозного ремонта дорог и заметили ли они улучшения на улицах города. Честно говоря, как городской житель, не особо доволен дорогами, потому что кочка на кочке, постоянно ходовку приходится делать. Вот за запчастями приехал. Ну, именно по городу дороги очень в плохом качестве, ну, состоянии, так скажем. А вот то, что ремонт прошел, вы этого не заметили? Нет, ну заметили, где-то есть, да, улучшения, но не везде. Красавчики, даже в проулке у бабушки сделали асфальт. Не, плохо. Хорошо. Нормальные, не ври. Нормальные дороги. Меня устраивает. Есть улица Строительная, там вот, ну, давно пора сделать ремонт. Вот, а в целом улица, по которой я живу, там ремонт уже делали. Плюс есть еще улицы, которые постоянно ремонтируют, что тоже непонятно. А так в целом, да, все равно дороги нуждаются в ремонте. Не везде охватили. Я понимаю, что бюджета не хватает, но работать над этим надо. Всего на ремонт в текущем году выделили более 3 миллиардов тенге. А в планах на ремонт в следующем году стоят 40 улиц. На предварительную сумму в 2,6 миллиардов тенге. Алексей Краснов, Лужат Синжигитов, Алина Альмишева, РТН.